Всем привет! Сегодня 25 июня, мы находимся в Раубичах, Беларуси, где сейчас проходят сборы у биатлонистов сборной России. Это группа Каминского, группа Истомина, также союз двух биатлонистов, здесь Логинов и Бабиков. Также тренируется здесь сейчас белорусская команда, так что народу много, погода отличная, жара. Сейчас покажу, как проходят тренировки команд. Сейчас 10 часов утра, время первой тренировки. Кто-то еще бегает, разминается, кто-то уже стреляет, как мы слышим. Сейчас на стрельбище посмотрим, кто здесь. Самый улыбчивый биатлонист Евгений Мархонов. Самый любой. И самый красивый тоже, по его мнению. Разминаться можно? Лучше не надо. Это третий. Так, ты готов посмотреть, как стреляет Саша Корнев. Первый попал, второй закрыл, третий. Эх, так, один промах, видимо. Так, теперь следим за стрельбой Эдуарда Утыпова, 29-я установка. Закрыл. Второй. Эх. А, нет, все нормально. Молодец! Так, следим за стрельбой Корнева и Мархонова. Корнев на 26-й и Мархонов на 28-й. И Мархонов закрыл. У Мархонова промах, Корнев. Такая. Эх, и у Корнева два. Так, мы выяснили, что на основном стрельбище сегодня группа Каминского тренируется, а Истомин на втором. И сейчас мы туда сходим. Я еще ни разу не была на втором стрельбище. Сейчас надо еще его как-то найти. Вроде сказали, что недалеко от первого находится основного. Ух, у ребят сегодня тренировка с шинами, но настроение прекрасное. Кстати, в Раубичах очень приятные вакс-кабины, не как в Ижевске, простите. И смотрите, что здесь. Бин-дунь-дунь. Тугу ворочи, красивый. Так, ну а мы все в поисках второго стрельбища. Так, а вот мы и нашли второе стрельбище. Но пока здесь никого не видно. А вот кто-то ходит. Я реально чувствую себя каким-то сталкером, который преследует биатлонистов. Хожу везде за ними, сижу, жду всех вечно возле раздевалок. Светлана Миронова стреляет. Екатерина Носкова, Наталья Гербова стреляют. Что-то у нас в прошлый раз круг получился два. Мощность сохранять. Отталкивать. Давай! Так, ну а после стрельбы прыжки. Карим Халили присоединился к девчонкам. Дмитрий Шамаев вот тут вот тоже ходит. Ух, ребята все прыгают и прыгают в эту гору. Я один раз поднялась и уже устала. Лиза Каплина. А вот самые улыбчивые тренеры сборной России по биатлону.
Вот она улыбка. Не оскорбляй нас. Сейчас будем допрашивать наших тренеров замечательных. Да, сбор идет все хорошо, все нормально, спортсмены здоровы. Также в вашей группе сейчас несколько молодых биатлонисток. Вот можете ли рассказать, как вообще их прогресс виден уже? Как пока, естественно, тяжело. Им нагрузка для них несколько новая. Вот, но постепенно справляются. Где-то все равно поменьше делают, чем взрослые. Где-то немножко в другом формате работы делают. Время, час дня, тренировка только-только завершилась. Началась она у группы Истомина в 9 часов. Это получается 4 часа ребята тренировались. И вот наконец-то все пошли отдыхать и обедать. Вот смотрите, в выходные здесь перекрывают вот эту лестницу. Но Нарицын и Истомин уверенно идут туда. И у нас есть подозрение, что сейчас они полезут через забор. Предлагаю проследить за ними. Я только что показывала вам, как они перелазят. А смотрите, в чем главный-то секрет. Здесь-то. Вот такой забор. И они все равно смогли это сделать, волшебники. Вот такой прекрасный день в Раубичах. Спортсмены все на самом деле в хорошем настроении. Все на позитиве. Все надеются всегда на лучшее. Так что работаем. Надеюсь, скоро мы с ними увидимся. Раньше ноября. А мы поехали в Минск есть драники и пить настойки. ЗОЖ.